Челябинск сегодня приехал Олег Белозеров, председатель правления российских железных дорог. Визит на Южный Урал не случайен. Поводов сразу несколько. Во-первых, у ЮУЖД теперь будет новый руководитель. Во-вторых, Южноуральская железная дорога победила в отраслевых соревнованиях, показав лучший результат в России. В прошлом году по результатам соревнования вы становились третьими, были и вторыми. И вот теперь по результатам работы в первом квартале текущего года заслуженное первое место. Олег Белозеров лично дарит цветы каждому награжденному. Победитель определяется по целому ряду критериев. Это производственные и финансово-экономические показатели, безопасность движения и состояние охраны труда. Затем переходят к кадровым вопросам. Олег Белозеров объявляет о новом назначении нынешнего директора ЮУЖД Виктора Попова. Теперь он будет председателем дирекции Союза по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ. Новым начальником Южноуральской магистрали назначен Анатолий Храмцов. До недавнего времени главный инженер ЮУЖД. За проделанную работу Виктора Попова благодарит губернатор Борис Дубровский и вручает ему знак отличия за заслуги перед Челябинской областью. Поздравляю вас лично с этой новой должностью, которая сейчас публично была объявлена, ну и с крупной отраслевой наградой. Хочу пожелать всему коллективу Южноуральской железной дороги успехов, стабильного развития, хорошей грузовой базы. После торжественной части губернатор Борис Дубровский и председатель правления РЖД Олег Белозеров проводят двустороннюю встречу. Многие ожидали, что в правительстве будут обсуждать строительство высокоскоростной магистрали. Однако собеседники внимание переключили на детскую железную дорогу в Челябинске. Там школьники могут получить первоначальные навыки профессии. У коллег есть идея строительства двух станций еще дополнительных, которые на шершни должны прийти. Ну, для вас, я понимаю, это ничего не говорит, но, собственно, уже сейчас 5 километров она работает, эта дорога. В принципе, будет развиваться, может, еще больше. Сейчас детская железная дорога находится во владении РЖД. Губернатор Борис Дубровский предлагает объединить усилия, подключить министерство, добавить к обучению железнодорожников еще несколько игровых навыков и сделать настоящий кванториум на колесах. Олег Белозеров идею поддерживает. Уверен, что у нас получится создание очень интересного кластера.